доброго времени суток. Через несколько минут я начну свое путешествие на дайв-сафари на Сибиланские острова. Оно продлится 3 суток. Так, в этом помещении мы получаем оборудование, снаряжение, пласты, костюмы. Складываем в такие ящики, подписываем каждый под себя. И потом все это на судно. Здесь мы оформляем документы, страховки. Данные вносят наши по сертификатам, по паспортам. Вот, и потом ожидаем убытия. Вода, сок, печенье. Квин 2, на которой я год назад, 2 декабря 2018 года, также ушел на дайв-сафари на 3 суток. Начинаем погрузку на судно. Сначала мы, а потом багаж. Это команду построили, с нами знакомят. Здесь все ходят босиком на судне. Тапочки сдали при входе и босиком по всему судну. 3 суток. Все готово к завтрашнему утреннему погружению. Все пошли отдыхать, ящик. Это мое снаряжение. Александр. Вот отсюда мы и ныряем. Доброго времени суток, уважаемые путешественники. Сегодня 4 декабря 2019 года, время 6 часов 15 минут, Москва 2 часа 15 минут ночи. Место называется Кабун, где мы находимся. На борту судна 21 таких же дайверят, как и я, 5 инструкторов, 7 членов экипажа. Состав команды дайверов: американцы, канадцы, немцы, испанцы, итальянцы. Вот такой набор, европезированный набор. Ну и ваш покорный слуга, который единственное живое существо на этом судне, которое русскоговорящий. Больше на судне по-русски никто не разговаривает. Ну вы знаете, как я говорю, жесты рук, эмоции лица и мой английский. Да, еще Google переводчик. Сейчас уже скоро брифинг и в 7 часов первый дайв.
отходим от места Кочай, называется. Здесь мы сделали 3 дайва. Вчера 2 после обеда, 2 сегодня, с утра 1 дайв. Вообще планируется на Рокерселье, но там не смогли мы туда уйти сегодня ночью, потому что волнение было. Сейчас успокоилось, сейчас сделали здесь дайв хороший, дайв. Это мы идем к Рокерселье. Это одно из самых известных мест здесь на Сри-Ланке. Но вот как вы сами видите, не слишком спокойная у нас вода и море. Но видимость, значит, будет не такая, как слеза. Ох, как ты все подкидываешь. Я в крайнее время хожу на Найтрексе. И самочувствие лучше там, ну вообще получше, конечно, на Найтрексе. Вот мое снаряжение, все готово. Сейчас мы проверим по воздуху, по насыщению кислорода. Сделаем запись. Вот этим прибором замеряется насыщение кислорода. Вот эти аппараты делают, соответственно, смесь эту Найтрекса скоро. Вот таким обозначением это с Найтрексом. Сейчас мы сюда так вот присоединим и замерим уровень насыщения кислорода и сделаем запись потом. Вот там болтается мишка. Это помощники наши. Там овощи. Курочка, ну это просто. Приятного аппетита. Такая вода здесь. Цвет бирюзовый аж какой-то. Неимоверный цвет. Красивый. Это белье у нас, слушайте. Полотенце, плавки. Вот расписание. Когда, куда мы ныряем. И куда ныряли. И когда пойдем нырять. А то есть сегодня 5 декабря.
Состав кислорода в баллоне. Это делается так. Натриксы, кто делает, это все знает. Нажимаем кнопку на приборе. Значит, здесь делаем 21, мы выставляем. Вот. Открываем тот баллон, который у нас запечатан, утром он стоит. И сюда, соответственно, открываем поток воздуха. Представляем прибор и смотрим, что, сколько здесь показывает значение. У нас показ 31,5. После этого мы подходим к журналу. Вот здесь вот этот журнал, который в течение этого дайва я выходил, обязательно делаем запись. Обязательно для Nitrox, это обязательно мероприятие. Пишем 06.12.2019. У нас показалось 31,5. Написан номер баллона. Все, мы прибыли на новое место для дайвов. Время 6 часов 15 минут, Москва 2.15. Место называется Протонг. Здесь мы будем сегодня шлять 3 дайва. Это заключительные у нас будут, и потом на базу. У меня был самый первый дайв в этом дайв-сафари, юбилейный, 60-й. И будет в конце, через 3 дайва будет 70-й. Поэтому идем к юбилейному 70-му дайву. Рассвет позади меня. Море стихло, вот он штормило, конечно, хорошо штормило. Вот, но сейчас готовимся к дайву, хорошо. Welcome to Thailand. We are back to see mainland. This is the main coastline of Thailand, hidden by an island. So right in front of the mainland here are a chain of little islands. They're not far away. It's like half an hour drive with a small boat here. Mainland or to the island. This long island we see here is the island called Patong. So we are diving a wreck this morning, really cool one, which is also called Patong. What a surprise. Hey, group one, get your torch please, sign your name in, and then we can go diving. Вот так у нас группа первая уходит. Баба. Баба. А мы готовимся, вторая группа. Мы вторая. Да. А это вот ребята пошли первые. Let's go, Daddy!
На этом наше путешествие заканчивается. Мы сходим с борта нашей многоуважаемой Манта-Кини 2. Вот. Все довольны, счастливы. You okay? Yeah, very good. It hit you in the head, was only good for you. Finish! Finish! I teach you some Thai and Spanish. Oh, are you video? Oh, yes, thank you. Yes, video. Si, okay. Vodka. Cuatro vodka. Thank you. Спасибо. Welcome. You're welcome. Yes. Welcome to you.